Ну-ка, Тёмыч зажигает. Сейчас будет шквал переводов. Я на вебинаре Артёма Плешкова. Это реферал Бориса Маркелова, а также мой. Я являюсь вышестоящим спонсором в проекте «Всем миром». И сейчас мы ждем шквал переводов. Народ уже просит ссылок и хотят оплатить $5. Хорошо, давайте, даю вам сейчас время. То есть, если вот кто-то хочет через меня оплатить, то есть мне на прямые реквизиты заплатить, я вот сброшу вам ссылку на себя ВКонтакте, прямо сейчас добавлюсь мне в друзья. Вот Сбер. Прямо сейчас переводите там $105, да, если у вас там или сколько, $100, вернее, переводите. А что, то есть это опять где-то 900 рублей сейчас. И сразу мне сюда напишите, что вы деньги перевели. Опа, а вот и переводик, не заставил себя долго ждать. Сегодня, смотрите, если вы откроете главную в проекте «Всем миром» и посмотрите на монитор, моя фамилия и Бориса Маркелова. Целый день крутится здесь, целый день. Вот, смотрите, поступила финансовая помощь, 18 часов 59 минут. Открываем это письмо. Вот Елена из Воронежа. И посмотрите, сколько сегодня было переводов. Финансовая помощь, смотрите, 18.59, в 17.38, в 17.27, в 14.01, в 12.13, в 8.46, в 4.43 ночью, в 4.14, в 00.42. Теперь давайте посчитаем, сколько переводов пришло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 переводов за день. И вы говорите, что это не работает. Включите мозги. Вот смотрим. Моя структура в глубину. Вот ждем мою фамилию. Вот Артем Плешков. Мою фамилию и фамилию Бориса Маркелова. Вот Борис Маркелов. Вот Ирина Агапова. И вы говорите, что это не работает. Можете не ходить в наш проект. Оставайтесь в своей зоне комфорта. Значит, вам там так удобно со своими долгами, кредитами. А мы будем получать дальше переводы круглосуточно, даже когда мы спим, в проекте «Всем миром». Всем пока! Пока писался этот ролик, прошло еще несколько минут, пришел еще один перевод, вот смотрите, в 19.13, который я еще не успела открыть. Открываем. Павел из Екатеринбурга. То есть отмечаем еще галочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 переводов за день, друзья. Хотите так зарабатывать в моей команде? Милости просим. Ссылочка будет под этим видео. Всем пока.
Опа, а вот и переводик не заставил себя долго ждать. Сегодня, смотрите, если вы откроете главную в проекте «Всем миром» и посмотрите на монитор, моя фамилия и Бориса Маркелова целый день крутится здесь, целый день. Если посмотрим на карту, вот смотрите, поступила финансовая помощь 18:59. Открываем это письмо. Вот Елена из Воронежа. И посмотрите, сколько сегодня было переводов. Финансовая помощь, смотрите, 18:59, в 17:38, в 17:27, в 14:01, в 12:13. 8:46, в 4:43 ночью, 4:14, в 00:42. Теперь давайте посчитаем, сколько переводов пришло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 переводов за день. И вы говорите, что это не работает? Включите мозги. Вот смотрим, моя структура в глубину. Вот ждем мою фамилию. Вот Артем Плешков, мою фамилию и фамилию Бориса Маркелова. Вот Борис Маркелов. Вот Ирина Агапова. И вы говорите, что это не работает. Можете не ходить в наш проект. Оставайтесь в своей зоне комфорта. Значит, вам там так удобно. Со своими долгами, кредитами. А мы будем получать дальше переводы круглосуточно, даже когда мы спим, в проекте «Всем миром». Всем пока! П.С. Продолжение следует. Пока писался этот ролик, прошло еще несколько минут, пришел еще один перевод, вот смотрите, в 19:13, который я еще не успела открыть. Открываем. Павел из Екатеринбурга. То есть отмечаем еще галочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 переводов за день, друзья. Хотите так зарабатывать в моей команде? Милости просим. Ссылочка будет под этим видео. Всем пока.